Всем привет, дорогие друзья! И сегодня у нас очередной фонарик прямиком из Советского Союза. Единственное, я не знаю, какого завода, но, судя по форме, это ФКБ-3 завода ЗИМ. Вот. Но все фонари, они синие, и они из пластика. Вот этот экземпляр, он не из пластика, он из железа. Буду же принести магнитик. Вот, нашел я магнитик. Ой, слишком мощно прилепляется. Посмотрите. Данный экземпляр целиком из железа. Ну, кроме вот этой части. Вот, вот такой вот советский фонарь. Ну, здесь даже написано, сделано в СССР. Вот клеймо. Э и П какое-то. Вот. Такой вот фонарик. И самый главный прикол у него. Лампочка размещена в другую сторону. То есть она по-нормальному вот так вот. А здесь она вот так. Но освещает, в принципе, неплохо. То есть он работает. Здесь вот такой тумблер. 0 и 1. Вот. Освещает неплохо. Точкой. Опять магнит прилип. Вот. Разбирается он следующим. Сначала покажу. Вот. Я его красил вчера. Я вам сейчас ставлю фотку, где он был до реставрации и после. Все такой черненький, теперь нормальный. До этого было. Снимается вот так, то есть движением вниз. То есть мы нажимаем, там пружинка. Опа. И все, и вынимаем вот так. Вот, значит, батарейка здесь квадратная. Вот такая вот. Наименование нам говорить не буду. То есть, вот. 12. 3R12. Там такая прокладочка, не знаю, зачем она там сделана. Пусть будет. Это, наверное, чтобы аккумулятор не дребезжал. Ну и все, это такое вот. Как бы так сказать. В общем, такие внутренности. Вот пружинка. Ну, естественно, зацепы. И опять магнит прилип. Ё-моё. Так. Ну и вот, так скажем, плафончик. Как его назвать? Ну, в общем, вот. Да, и насчет названия, если я не прав, можете меня поправить в комментариях. Вот, значит, я здесь приклеил фольгированного скотча, такую штучку. Здесь вообще должна быть наглушка, ее здесь не было. А может, ее не должно бы здесь быть, потому что вот здесь такая вот сделана штука, ну не знаю. Вот этих пластиковых фонарях ЗИМ, таких вот, здесь почему-то сделана заглушка, не знаю зачем. Вот, здесь имеются контакты, то есть это контакты с аккумулятором и вот такого вида тумблер, сейчас покажу. То есть, вот так вот все это дело работает. Интересная система. Сейчас отлеплю я эту фольгу, чтобы она нам не мешала смотреть лампочку. Придется ее поменять. Так, вот. Вынимается на следующем образом. То есть, берем за эти лапки и вытягиваем. Просто нажимаем и все, и вытаскиваем. Вот у нас сама лампочка вместе с цоколем. С патроном. Вот, значит, лампочка у нас тут на 3,5. Там опять фокусировка. Давайте, к примеру, поставим на 2,5. Вот эту. По идее, он сейчас намного лучше станет освещать. Вот, устанавливаем на свое место. Так, осматриваем. Чтобы не перепутать. Хотя, можно без разницы, можно вверх ногами, я думаю, сделать. Ничего не будет страшного. Поэтому вот так делаем. Все, в эти контакты попало. Все отлично.
скреплю все-таки назад фольгу таким вот образом. Ну, я не знаю, вроде как помогает этот способ. Ну и что тут? В пластиковом варианте, так скажем, в пластиковых вариациях, само стекло вот это, оно рифленое, так скажем. То есть оно типа лучше освещает. Если это, я не знаю, походу это ранний вариант, если я не ошибаюсь. Опять же, если я не прав, можете меня поправить. Ну и закрепляется, точнее, устанавливается вот так. То есть нажимаем вниз, вот этими верхними штуками попадаем вот так и все. И вот он у нас работает. Освещает еще ярче, то есть свет более белый. На камеру это, конечно, плохо передается. Но светит очень хорошо. Вот такой вот фонарь из СССР. Из СССР. Прикольная штука. Еще в коллекцию. Вот такой вот фонарик. Не знаю, ранний этот вариант или поздний. Ну, не поздний, я думаю. Потому что он целиком из... Ну, почти. То есть, эта часть вся из металла. Не знаю. Рифлености тут тоже нет, и информации нет. Единственное только, что сделано в СССР, и клеймо завода, походу. То есть вот здесь вот, вот так вот сделано. Ну, в общем, вот такой вот фонарик. Ну и всем пока.